Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Так, кто там джойнт предлагает? А? Джойнт в такой день — это то, что нужно, друзья. Стрим вечером, друзья. Гришенька охуенно хорошо ест. Доброй ночи. Фич найти выход, когда напишется, друзья. По букеру, конечно, скучаю. 100 лет Феди не видел уже. Зачем коту самку? Кота есть я. Чему какая-то самка нужна? Привет. Тут и моя жопа. Ну что, друзья. Что ж, друзья. Это нормальная тема. Это нормальная тема. Нормальная тема. Хаюшки. Хаюшка, он убежал, да. Он убежал, сидит теперь вот здесь, вот рядышком, в ногах. Породу Гриш шотландская веслоухая. Все твои друзья. Очень приятно.
Джойнт покурим, так гоу, ёпты, чё. Давай. Скорее всего, это унылый пиздёж, так что давай, конечно. Скажи Гришу, тебе не хватило Гриши, что ли, ёпты? Чем тебе ещё больше Гриши? Друг. Привет, толстый. Привет, толстый. Я только проснулся, да. Нет, Спанч Боба я не смотрел, извините. Спанч Боба не смотрел. Рейд по супчикам? Неплохо. Моя подруга говорит, что ты гей. Что делать? Так, ты еще кто-то там хуйню писала сверху. Сейчас, секунду, подожди. Иди-ка ты нахуй, долбоеб. Передай подруге своей, что она не права. Племянники. У меня, да, у меня есть племянники, кстати. Вообще просто максимально племянников у меня много. Стрим вечером будет, друзья. Мульт любимый в детстве. Я даже не знаю. Майор Пронин, наверное. Он и сейчас мой любимый мультик. Самый любимый мультик. Это Майор Пронин. Он стремец, не знаю, подруг часов 6. Часов 6. Уведомления по стримам не падают. Ой, я не знаю почему. Кстати. Что-то надо придумать с этим. Чтоб всем падали уведомления со стримов. Здравствуйте, здравствуйте. Чем кормишь Гришу? Кормом. Надо идти делать дела, друзья. К вечеру освободиться. Еноты охуенные, все животные охуенные. Стримлю на Твиче. Стримлю на Твиче. А там все настроено, это, видать, какой-то прикол. Орда или Альянс? Конечно, Альянс. Но, походу, сегодня нужно будет покупать БФА и ворваться к Вите СД за Орду, так что хуй знает. Но вообще, всю жизнь за Альянс играю. Кормом Карлю Гриш, о каким-то иностранным, я не знаю... Название еще не в курсе, у меня 12 килограмм лежит. Но каким-то пиздатым кормом, потому что Гриша толстеет и радуется, и вообще ему заебись. Опять заебись. Глазоедно. Глазоедно. На тебе настроить, а муковое ведро не падает? Ну да, я же говорю, что это не то. У меня все норм. В какие игры играешь? Приходи на мои стримы, дружище. Посмотришь, в какие игры я играю. Гриша с яичками? Нет, Гриша без яичек. Витя СД потолстел или нет? Спроси у него, братишка. Спроси у него, посмотри на него. По настроению падает, то нет, я ебал. Ну, бывает, да. Какие дела, если не секрет? Делишки, делишки. К шиперингу в твою стыда мне похуй вообще. Если меня этим особо не заебывают, то мне вообще поебать. Ваня с яичками. Да, Ванечка пока с яичками, да. Пока и, надеюсь, навсегда. Ну и ты чертополох, конечно. Ну ты, блядь, и черносерд ебаный. О, любимые пельмени, иркутские синие, блядь, самые охуенные, пиздец, иркутские синие пельмени, это просто максимальная хуйня прикольная, очень мне нравится, честно. Витя, сука, стримов не ведет, давай ты не будешь моих друзей суками называть у меня на канале, как минимум, пожалуйста, мне это не нравится. Город пиздатый, любой, где нас нет, друзья, это же теорема, нахуй. Аксиома. Пиздатого города. Рис, да хуй знает, рис не особо люблю. Если это междометие, то его нужно отделять запятыми.
А это не междометие. Так что не надо моих друзей называть суками, пожалуйста. Ну, я готовлю, да. Молочко какое посоветую? Не знаю, кокосовое. Таким стримишем. Мы дал стримиши Карине только. Куриные палочки? Не знаю. Слепка пельмешек? Да, кстати, это хорошая идея. Молодец. Че по крафтовому супу решилась? Друзья, мне нужен инвестор. Вот, я готова хоть завтра в Петербурге открывать свою супную с крафтовыми супами, супами, компотиком, бухлишком и греночками. Там будет только супы. Только супы. Только супы. Супный день. Куриные лапки. Сделать сегодня драники или сварить пельмешки? Драничков сегодня. И пальмовое масло, конечно. Все будет щедро заполняться пальмовым маслом. Номер карты в Твиттере где-то есть, друг. Посмотри, пожалуйста. Если тебе очень нужен. Скорее всего, это просто пиздеж, поэтому сам найдешь. Или сама найдешь, я не знаю. Скорее всего, так и есть. Компоты разные. Субкультура, да, и много где такое есть, но, блядь, у меня будет самая крутая супная. Супная. Какое пиво посоветуешь? Я особо пиво не пью, не знаю, темное. Темное пиво, заебись. Светлое точно, санина почти вся, а темное, заебись. А так-то хуй знает любое. По-моему, вот разницы большой нет. Любимый салат, блядь, да что ж все про еду, что так жрать захотелось, пиздец. Как назвать кота, если захочу завести? Блядь, есть охуенный ник Гаврюша. Вот, если у тебя нет кота и ты хочешь его завести, назови его Гаврюшей, пожалуйста. Гаврюша очень круто. Будешь как в мультике Простоквашино кричать: Гаврюша, ко мне. Гаврюша, вот это все очень круто. Так что Гаврюша, заебись. Если бы у меня не было кота Гриши, и нужно было бы назвать кота, я бы назвал его Гаврюш. Вот. Я так, блядь, кота Тараса зову. Тарас тоже охуенный никнейм, чего? Просто Тарас занят уже. А если у тебя кошечка, что мешает ее назвать Гаврюшей? Ну, Гаврюша очень круто. Коней двигают. А ты тех или гум? О, я цум скорее. Лена, не грусти, что случилось? Куша. Ну, не, Гаврюша. На котика много денег уходит? Да не особо много денег уходит на котика. Но уходят, да. Что-то тебе придется тратить на котика, потому что котики не такие. Да, Гриш? Покажи хуй и не оправдывайся. Ой, иди нахуй просто. Чухрай знает такое имя, да? Пошел нахуй, блядь, долбоеб. Как приятно в Инстаграме просто... А, коту 17 лет. Ну, блин, старенький котик уже. Ну, здоровье ему. Здоровье ему. Тарас. Я понял. Как она его называет? Зухра? Чухрай? Чухрай? Это, блядь, режиссер, по-моему, советский. Ебаный в рот. Если котик дворовой, ну любой котик денежек требует все равно, любое животное требует ухода, следовательно, денег. Я просто поздоровался, Ваня уже нахуй. Я не тебя, дружище. Точно не тебя, потому что я уже забанил того, кто какую-то хуйню там пишет. Ой, котику уже 15. Здоровья вашим котикам, друзья. К сожалению, всем когда-то умрем, в том числе и котики, поэтому... Конечно, стрёмно, но... Но...
почему так часто щуришь? Так у меня зрение плохое. Что это палец-то? Уёбок. Переживем. На крысу болеющую. Ну, крыса такая хуйня, да. Они любят поболеть на самом деле. Крысы любят поболеть. 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 Нет! Ну вот, собственно говоря. Ладно, друзья. Пошел я БФА, наверное, покупать. Пишите в директ, если хотите скинуть мне денег. А если не хотите, тоже пишите. Но лучше пишите, если хотите скинуть мне денег. Цыган из Барнаула, респект, привет.